Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, всем известно, как требовательно и как трепетно вы относитесь к слову. Поэтому организаторы фестиваля решили именно вам вручить дипломы победителям в поэтической номинации. Дипломом третьей степени отмечена Юлия Байда из Арсеньева и Татьяна Гладышева из города Хабаровска. Дипломом второй степени отмечен Артем Семигаевский из города Южно-Сахалинска и Максим Чекмарев из города Благовещенск. Ну а лауреатский диплом увезет в родной город жительница города Петропавловска-Камчатского Мария Нехорошева. Ну что ж, раз так получилось, то давайте мы поздравим всех участников, всех победителей данной номинации, а вас, Владыка, попрошу как раз сесть в зал. Лауреатский диплом увезет в родной город жительница города Петропавловска-Камчатка Мария Нехорошева. Аплодируем нашим победителям, нашим участникам.